Ну, ну давай. Так, всем привет, продолжаем рейд на Вашингтоне, как я и обещал. Так, отойди, я тебя убью сейчас. Дурында. Не-не, отойди. Отойди от меня, я задену же. Дурик. Вот тут что-то есть теперь. Дробовик, прицел. Патроны. Нет у меня рюкзака. Рюкзак дома. Ой, металла сколько. Вон, металл, собирайся, сможешь. Хардбрейкер. Уходи. Отходи, блин. А нахи. Не хочешь, не хочешь жить, так скажи. От меня подальше отойди, всегда от меня отходи. Не хочу, чтобы ты был рядом. Так, отойдите. О май... И что это? Чё это за дип металла? Кошмар. Сойдет. Нормально. Shadow Stalker с патроном, кстати. Гренка. Самое главное, сейфы. Сейфы, сейфы, сейфы. А, точняк, у меня же... А не, еще рейд не закончился. Пфф. У меня Shadow Stalker еще есть, забыл. Забыл. Камон. Сюда. Сюда. Тайминг. Сюда, 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 сюда. Забираем. Напиши ему в личку, что это была шутка. Я не знаю, как там быть, Таня, извини. Мы этому Таню не пришла. Этому Гриферу. Ай, блин, пипец. Блин, я, ну пипец в личку написать, ты реально дал. Я даже не знаю, блин, что тут делать. Медаль выдать герой. Остря года, да. Такс. О, у меня трейсерис магазинчики. Соединяем. Нафига? Нет, руки прочь от гранат. Скажи своему, своему другу, чтобы он это... Всё, пофиг, взрывай, короче, потом скажу. Кого? Чего? Слышишь? У меня же Shadow Stalker. Shadow Stalker — это же RPG, да? Не-не, это РПГ, все правильно, мальчик. Пусть думает, что это РПГ. Я шучу. А, ну понял, это шутка. Это была шутка, понял, да? Пипец. Херовая шутка. Да-да-да. Не смешно. Ну-ка, Такс. Такс. Так, так. Минус два. Ща мы сейфиков наделаем. О-о-о. Так, 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 так. Один, два, три. Ты дебил! Ой. Бааааак, какой же ты дурик. Это все равно у меня лежало. Это мой старый. 100%, да? 100%. Ты дебил. О! О! В текстурках забагался. Два, три. Я в текстурках забагался.
оставайся там. Подумай, на чем что ты наделал. И что ты наделал. Скажи, ну почему я не могу сдвинуться с места? Взял на ровном месте, застрял. Нет, смотри, видишь? Ну я вижу, ты на ровном месте как-то багуешь. А, просто... Я даже не буду, я знаю, как от нее избавиться, но я не скажу. Помучайся пока. У меня еще одна есть, могу взорвать тебя. Ты меня им не взорвешь никак. Можешь себя порадовать. Точно не могу тебя обрадовать. Ты не взорвёшь меня, негодяй. Да-да-да. Да убери ты эти, а? Чисто так смешно выглядит со стороны. Невидимой силы его держат. В виде гномика. На картонах идет такой. Тарелки на голове не хватает. На экране такой ходит. Весь голый. Ну все, Даня, это судьба. Тебе придется все время на картонах ходить. А если на... О, неужели, блин? Тебя освободили. Кто меня освободил? Кто? Как кто? Подумай, кто. Я ж админ забыл. Что ты здесь пиздишь, а? Вдруг ты поверишь. Да ёбана, вру. Я готов. Слушай, я не понял. Чё ты не понял? Я не понял, да, я не понял, чё здесь такое? Вот нахрена, убирай. Не пройдешь. Да ты что? А почему они стакаются? Кто у тебя там должен застакаться? Они у меня стакаются. Кто? Ну, эти штуки, которые я поставил. Они не стакаются. Они по отдельности, это сетки. Гили-сетки. У меня два их. Три. Ну, молодец, оставь себе. Конечно, не знаю, зачем. На машину поставлю. Можно я на машину их поставлю? Фига. Не надо. Это ужасно выглядит. Это ужасно выглядит будет. Ну ладно. Чё так, чё так? Вот как-то так. Ну чё все? Подожди меня, пожалуйста, но... А в это, куда этот чувак? Он вышел? Да, там сказал ему надо идти. Сказал, он пришел, через 15 минут выйдет. Я его заблокал. Ты его заблокал? Ага. Окей. Потом такие следующие комменты. Ты пидор, ты лох, ты гей. Такие атаки, блин. Под профилем в Стиме, да-да-да. Не, я бы посмотрел бы на тебя, как бы тебе это было приятно. Так в смысле, ты все, ты на все толкаешь, чтобы тебя так называли, ну? Что можем сделать? Да. Что, да? Разве я сказал кое-кому, чтобы меня так называли? Я сказал, что ты дурик. Сам ты Шурик. И Шурик тоже. И Шурик, и Шарик, и все в одном. Ты прикол говоришь, ну не всегда, не серьезно, ну. Че ты как пиписька себя всегда ведешь, типа?
не могу понять, что ты так ведешь? Это я веду? Ты уверен? Да, уверен. Да, конечно, блин. Твоим голосом можно определить, что ты в серьезности ты говоришь. О, кубик зашел. Молодец. Может, не надо. Чисто где-то сейчас. 1:20 остался, мы уже тут все зарейдили. Вовремя зашел. Чё бы нет? Почему бы и нет? Всё, то, что не надо, бы я спизжу. Я тебя сейчас спизжу, я сейчас выйду и убью тебя специально. Если ты хоть что-то пропал, я помню, что там было. Мне выйти займет 30 секунд. А убить еще быстрее. Ты иди лучше сюда и сейф свой убери. А, кстати, да, ну посмотри, что у меня там в сейфе. Это не твой сейф, я в него что-то положил, блин, уже давно. Просто поставь, убери и поставь его снова. Вот этот вот. От него можно идти, нет? Да вон внизу, который вон у тебя повернутый в самом низу, в правом углу. На F за... Вот он, зажимаешь на F. И ждешь. На F зажимай. Подожди, у меня дыхания не хватает. Ну вот. Будет 100, зажимай на F и плыви туда. И целься на этот сейф. Или самый низ? Ну да, вон, который с ручкой повернут к тебе в твою сторону. Вот, зажимай F. Вот, и жди. Вот, да, смотри на него. Да вот этот вот, ну, блядь. Вот этот вот, ну. Ну, неужели? Всё? Да. Теперь можешь складывать. Да. Можешь складывать, что тебе не надо. Пойдём на военку, заберём мою машину. Подожди, в смысле твою машину? Она уже у нас, если что. Не это, а другая, военная. Вот она, блин. Здорово. Здорово. Ну, извини, конечно, Андрей, но мы это зарейдили домик. Слышишь, убирай эту машину, это моя ваша. Как ты с ним играл? Я не понимаю. Ну, как ты играл, учил, ну что? Трудно было. Трудно? Да. Долго меня ждал. Выйди оттуда, там бензин тратится, а. О, господи, даже Эдгар тут, я думал, он уже давным-давно свалит, если ты за ней играть будешь. Не-не-не. Чего? Так, сюда, все сюда. Так чё ты сразу задание на хард не пошёл? На хард? Смешно. А где он играет? Ну, через какой компьютер он играет вообще? А он у бабушки, у них там этот... Я ноутбук i5. Окей. А, я понял. Ну, он там на 30-40 FPS играет, в принципе. Вроде. Наш 76. А, ну я вот там подправил 67. Ну, Intel Core R5 это нормально, типа. Ну да, ну, а? Видюху у него там, конечно. Привет. А выйди из моей группы, короче. Этот... Сейв. Нет, целый день дома не был. А мы сегодня РПГ выбили на Машике. Пока рейдили. Тут столько сейфов было. Это вообще жопа. А тут что, есть домики? Да, тут домик есть. Тут железная хата есть. Фу. Да, там надо, там РПГшка работать надо будет. Андрей, на какие ты можешь играть? Я просто спрашиваю. 23. Как и мне. Ну, может, чуть-чуть еще подольше. Так что с Новым годом. Я могу хоть всю ночь играть. Почему он так ведет? Дома он всю ночь может играть, у бабушки всю ночь играть может. Ну? Я по выходным могу всю ночь играть. Ну ты-то уже мужчина. Мужчине. Уа. Я так же сам бы сказал. Золотые слова великих людей. Золотые слова. Надо цитаты великих людей, уа. Ну да. Вот и все. Это сейчас скажем. Давай убирай свои контейнеры с моей ласточки. Mm. Может вы мне группу кинете? Ага, я понял. Выйди из группы моей.
Да-да-да-да-да. Сразу говорю, если меня Даня будет бесить, я его убью. Ладно, ладно, не буду. Ну тут я уже ничего не сделал. Это означает, что он убьет наверняка. Я ничего не слышал, что Эдгар говорит, Маша, МС Даня сорвал. Я сразу на свою ласточку поставлю куда надо, не хочу возле этого. Да нет, какую? Нет. Какая ласточка? Я свою за тебя слил, слышишь? Кидай группу, Макс. Извини уже, но она теперь уже не твоя. Ладно, придется Даня бить, короче. Ну ладно. Да ладно, шучу. А я не шучу. Выйди из машины, дурында, блин. Немножко. Уйди из тачки, блин. Утопишь же. Ну зачем ты этот круг делал? Смысл? Не знаю, как отлично на мою ласточку. Какая ласточка, блин? Ты мою ласточку уже слил, слышишь? А как он ее слил? Как, блин? Такси было на военке стояло, моя застроена вся была полностью металлом. Ну а Даня около нее стоял, там зомби, он просто он слышал, что там такой хау. Я не слышал! Конечно! Я поставил окно ноль. Ой, дебил. Я ему на фул выкрутил звук, он на ноль поставил. Молодец! Умница! Уйди отсюда! Макс, у тебя нервы есть вообще, не понимаю. Ну пока ему не крикнешь, он не поймет. Так что да. Есть, клик не получается, бери в руки тапок. Ну да, как-то так тоже. Мама у нас ласки. Тапок. Да-да-да. Только Даня не тапком воспитывали, по-другому, наверное. Ну, нифига, я вижу домик около вашего. Кого ребём, кого тапком, кому табуреткой. Я не знаю. Его не тапком, поверь. Там раковины, блин. Там молоток 10 работал. Господи, что так жарко? Кувалды завис. Просто блядь. Слышь, Эдгар? У тебя там не жарко? Не, у нас здесь когда как. Ну ладно, было там пару дней жарко, потом дожди. У нас уже второй день. 32 градуса. Просто жесть, ты не понимаешь, так жарко просто. Я сегодня весь день в одежке сижу. У нас вообще прикольно, стало жарко только под конец июля. Нормально. А все это время было холодно так, что мне приходилось только в кофте ходить. Микрофон дышишь, Андрей. Ну и в основном дожди были. Я понял. Микрофон дышишь, Андрей, еще. Так. Что мне там что-то сладкое? Три патрона, ну... Не GPS. Это карта. Обойдёшься пока. Надо. У меня для тебя подарок, Даня, у меня две таких карты. Слышишь, Макс, повторяю тебе последний раз, кинь мне группу. А, во, всё, кинул. О, я рядом. Так. Почему они все закрыты, слышишь? Ну вон, то же самое там, потому что группу сделал другую, а сейфу я ставил. А Даня хоть кого-то убивал? А, ну, да, зомбарей, да, и зомби его много раз. А, людей, вот был челик, короче, на желтом кране, получается, залутанный с Хребрейкером. Ну вот, у Дани была фул обвешана винтовка, глушитель этот, семикратка, дальномер даже был, дальномер. Я ему даже сказал, иди потренируйся на горе, по зомбарям постреляй, раз у тебя глушитель. Я не знаю, пострелял, не пострелял, я так и не понял, не слышал. Ну вот. Ну слушай, я тебе так, дальномер не особо помогает. Ну не знаю, я понимаю, умею хорошо ориентироваться. 100 метров на это, на первую целишься, 200 метров на вторую целишься. Не знаю, я как-то уже без дальномера привык. Ну, в чем суть, короче? Он стоял на кране, он там кричал, помоги, помоги, он сюда бежит. Он в него где-то 5-6 патронов садил, все мимо, мимо все. А он там тупо стоял и осматривался, то есть живая мишень была. То есть его спокойно было ему завалить. Но Даня, слышу, там 5 таких выстрелов, глушак у него-то поломан был. И в него такие две пули с хребрейкером, тын-тын, такая меня попали. Я такой, ладно, такой, я побежал ему помочь. Убил этого челика и все. Бля, ну по-моему,
Это кто? Кто? Это кто? Все, беги, да. Кто стреляет? Я. Максик. Да, это я. Зачем? Да. Ну, типа Shadow Stalker, тут два сейфа осталось после РПГ, надо их доломать. Мне уже надамажено. Так, ладно. Продолжим в следующий раз.